На кипрского президента нашли компромат греческие СМИ. Пишут, что родственники Никоса Анастасиадиса в срочном порядке спасали свои капиталы. Буквально за несколько дней до решения Еврогруппы ввести налог на депозиты, компания, которая им принадлежит, перевела 21 миллион евро из банка Лейки в Лондон. Ну и банк этот, напомню, сейчас ждет реструктуризация, и списания со счетов клиентов могут составить до 80%. Ну и кроме того, Кипру придется распродавать зарубежные отделения своих финучреждений. Это касается филиалов в России, Румынии, Сербии, Украине и еще ряде стран. Они больше не рентабельны. Об этом уже заявил министр финансов Михалис Сарис. На самом острове ожидаются массовые увольнения. Власти уже опасаются роста безработицы и акций протеста. Недовольство среди жителей будет нарастать. Сейчас в стране безработица 15%, одна из самых высоких в еврозоне. В ближайшее время этот показатель увеличится. Людям попросту будет негде зарабатывать деньги. Этот процесс может в корне изменить привычный для Кипра образ жизни. Последствия не заставят себя долго ждать.